отправляет мяч в ворота Уфы на 85-й минуте. Габутов, навес на дальний, удар, поворотом, гол! Ой-ой-ой, момент какой, первый момент, Лисакович! Лисакович! Габутов, навес на дальний, удар, поворотом, гол! Рубин сравнивает счет в этом матче. Жопс, который... Остановился после того эпизода штрафной. И удар Виталия Лисаковича делает дубль. Белорусский форвард головой отправляет мяч в ворота Уфы на 85-й минуте. Ой-ой-ой, момент какой, первый момент. Лисакович! Лисакович! 1-0! Перехват Рубина в центре поля. Хороший пас Горбунова на Лисаковича. Бьет Лисакович длинный и открывает счет. Не было положения вне игры. 1-0 повел Рубин. Но и как сегодня Лисакович пользуется своими моментами в борьбе с защитниками. Удар за пределы штрафной площади. Вот и гол. А вот вам и Лисакович, да? 5-й гол Лисаковича. Ну, словно услышал.